всем! Всем привет! Мы сегодня находимся недалеко от Староместского наместья, потому что везде уже ваночные торги. Уже начинается как-то рождественская атмосфера, уже как-то адвент идет. Вот адвент – это время 4, за 4 недели до Рождества начинается. Вот эти 4 недели длится адвент, в котором везде можно как-то увидеть рождественские ярмарки, рынки и так далее. Ну, уже складывается такая приятная атмосфера. Ну и сегодня расскажем про чешское Рождество, которое празднуется совсем по-другому, чем в России. В связи с адвентом существует адвентный венец, где 4 свечи. Каждую неделю, именно каждое воскресенье, мы зажигаем одну свечу. А потом все 4, когда уже как-то почти Рождество, почти 24. Еще в связи с Рождеством, именно с декабрем, для детей интересная вещь существует в Чехии. И это ваночный календарь или адвентный календарь. Вот такой календарь, в котором 24 окошки, а вот там 24 окинек. И каждый день дети открывают одну окошку, и там какая-нибудь сладость, чаще всего шоколад. Рождество – это у нас семейный праздник, и самый важный день – это 24 декабря, 24 просинца. Это щедрый день. Именно самый важный – вот это щедрый вечер, вечер данного дня. Ну а что происходит в этот день? Ну, сейчас расскажу. В самом начале я должна сказать, что в каждой семье проходит вот именно этот день по-разному. Но обязательно в каждой семье бывает елочка. Кто-то, у кого-то есть елочка уже за 2 недели до Рождества, и кто-то вот ее там украшивает только 23 или 24 утром, так обычно. Еще существует такая традиция, вот именно связана с этим днем, что тот, кто не ест, потом увидит золотого поросенка, золотая просадка. Значит, что потом у него будут деньги и вообще все, что он хочет на следующий год. Ну и самое важное, это, вот, как я уже сказала, щедрый вечер. Щедрый вечер начинается щедровечерней вечери. А что у нас на ужин? Типическим блюдом является обычно жареный карп и картофельный салат. Ну не в каждой семье, а кстати, картофельный салат очень похож на салат оливье, как у вас, но только без мяса обычно бывает. Также существует рыбный суп очень часто. А очень много людей любит как-то вместе карпа, лучше шницель классический. И еще такая традиция, что под каждой тарелкой должна быть чешуйка из карпа. Ну, почему? Потому что люди потом выкладывают в кошелек, и она приносит деньги весь год. И очень важная традиция, никто не должен вставать из-за стола, если все сидят. И еще такая традиция, что одно место всегда должно быть пустое. Но если придет кто-то, то неожиданный гость, чтобы мы его встретили и также дали ему еду, потому что вот Рождество. Но и самое важное, что все дети ожидают, это когда младенец Иисус приносит подарки. Да, это именно он, Ежичек, кто приносит подарки детям и просто всем. И он их дает нормально под елку. Но и, кстати, подарки дети пишут в письме младенцу Иисусу, что они хотят, и потом выкладывает за окно. И если вот это письмо исчезнет, значит, что Ежичек приносит какие-то подарки. Может быть. Если дети, конечно, не были как-то... Ну, если были хорошими, если хорошо себя ведли весь год. Кстати, я совсем забыла сказать, что символом, или просто как дети узнают, что подарки уже под елкой, это звон колокольчика. Вот. Když зазвоні звонечек, знамена то, že přišel Ježíšek. Значит, что подарки уже под елочкой. Ну и потом мы смотрим сказки. И всегда обязательно мы слушаем коледы. Это такие рождественские песни, называются коледы. Чешские бывают и просто типичные для нашего Рождества. И ночью, как-то вечером и ночью потом, устраивается рождественская мисса. Ваночні мше, щедровечерні мше. А вот на этом месте, так как мы в большинстве как-то чехи атеисты, но там много людей ходит, просто они смотрят, слушают, просто хотя один раз в год они идут в церковь. После 24-го еще 2 выходных, 25-е это Божий год Ваночный, и 26-е это Святый Степан. Ну, в принципе, вот в эти 2 дня мы просто ездим по родственникам, к бабушкам, к дедушкам и как-то... Ну, устраиваем как-то рождественские как-то обеды и так далее. Ну, просто должна быть вся семья как-то вместе.
Ну, по сравнению как-то с Россией, вот наш щедрый день похожий на ваш Новый год. А у нас Новый год, вот 31-е, называется Сильвестр. А вот это так, что мы обычно с друзьями празднуем вот этот Новый год, который приходит. Вот это в сравнении. На Рождество мы вместе с семьей, а вот на Новый год с друзьями обычно так бывает. Уже надо попрощаться, но так, счастливое и веселое Вануце, красный Новый год, и увидимся в новом году, в 2020 году. Вместе и будем продолжать чешский разговорный, чешский вместе со мной. Пока!